я типа сплю. Что-то боишься? Нет, я не боюсь. Доброго вам здоровья! И вам не хворать. Это правильненько. Где торопитесь так, уважаемые? Сильно тороплюсь. Превышаете скоростной режим. Намного? А? Намного? На 23 километра. Какой ужас. Здесь разрешена скорость 110 км в час. Ну и плюс 20 ваши, да? Да, плюс 20, но у вас получается 23. То есть 3 километра никак? Не 2, не 3, а 20. А, до 20. 20 мы просто даже не останавливаем. Ну хорошо. Есть водительская техпаспорт? Ну а как же? Будьте добры. А кому? А? Кому, вам? Ну конечно, я посмотрю. Пожалуйста. Лишний же нету никого. Андрей Валерьевич, да? Да, это я. Андрей Валерьевич. Страховой полюс есть? Ну а как же? Нужно. Блин, срочно у вас ничего нет, не? Что вы так торопитесь? Ну я просто устал. Так может вам лечь отдохнуть? Поэтому тороплюсь лечь отдохнуть. Не понятно. Поэтому тороплюсь лечь отдохнуть. Надо было уже отдохнуть, да потом ехать. Вы же нарушаете. Ой, будьте добры, пожалуйста, повнимательнее. Не нарушайте. Потому что... Ой, господи, вот как приятно... Хорошему это не доведет. Как вас по батюшке? Александр Витальевич. Александр Витальевич, вот как приятно общаться с украинскими сотрудниками ГАИ. А вот серьезно, вот я вот сам с России, у нас нету такого отношения сотрудников к людям. Вот серьезно. А какое у вас отношение? Ну, по большей части... Грубое. Ну, вы сами на все ответили. Вот поверьте, так, а что? Я говорю, вот, ну не могут они, никак они не могут. Ни на камеру, ни без камеры, никак. Поверьте, если у вас есть желание, ну давайте оформите меня. Андрей Валерьевич, вопрос не в оформлении, а в желании того, чтобы вы дальше не нарушали правила дорожного движения. Ну вы я... теряете время, остановку, это ну, надо, идите потихоньку, не торопитесь. А еще проще, лягте, отдохните и все будет. Да мне осталось чуть-чуть. Хорошо, я все понял. Не нарушайте. Спасибо большое. Всего. До свидания. Приятный инспектор. Приятный, просто приятный.